словили дизмораль. Чувак только что обыграл пятерых. А что такое? Ты на бой. Что вы придумываете? Думаю, по нашей программе все пойдет, но... Друзья, всем привет! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Мы благодарим вас за вашу активную поддержку. Вы у нас самые лучшие красавчики. Продолжайте в том же духе, и мы вместе добьемся больших успехов. Перейдем с вами к игре. Сегодня у нас будет 6-й тур. Играем мы с хорошей командой. Команда называется «Электронный город». За 5 матчей она наколотила 29 мячей. Это очень хороший показатель. Но за этот турнир она потерпела уже 2 поражения. Но мы держимся пока на первом месте. У нас ни одного поражения. И сегодня мы посмотрим, сможем ли мы остановить сегодня этого бомбардировщика, так сказать. Погнали. Салют всем. Ну что, готовы выигрывать? Безусловно. Фурм забивать надо. Где мастерство? Сколько сегодня голов будет? Ну я 3 железно забью. Свои или в чужие, неважно. Соперника, честно, не знаю. Как будто сегодня должны чуть поувереннее мы смотреться. Разница, если такую ставочку делать, мне кажется, в 2 мяча мы выиграем. Как-то так. Пацаны, их сначала. Телега. Что, как настрой? В этот раз лучше, чем в прошлый раз? Конечно. Всегда хороший настрой. Сколько у тебя голов сегодня? Ну это знак. Это надо Шури прогнозировать. Цели на этот турнир, конечно же, первое место забрать. Не ожидали, что мы так стартанем. Кто-то говорит, что мы на какой-то удаче, на каком-то фарте играем. Может, скорее всего, да. Может быть и так, но где-то и присутствует опыт в наших игроках. Я думаю, призовое место мы 100% займем, призовое место. Но хотелось бы удивить наших болельщиков, подписчиков, спонсоров наших. Забрать первое место. Будем стараться выгрызать. Ближе подойди, зачем ты стоишь по позиции? Можно в копилочку положить, как забил. Как я попал в команду? Я ее основал, так сказать. Ну, идея пришла еще в апреле 23-го года. Мы основали со своим другом Маховым Алексеем эту команду. Набрали игроков. Ну и пошла идея, что раскрутить, выходить в медиа, набирать более опытных игроков. Вот что у нас получается. Понемногу строимся. Будем раскручиваться в медиа и набирать молодежь. Пойдет, боль, давай. Надо было падать. Ну не, зачем? Вставай! Терпи! Охренею! Сейчас забьем. Ну не сбылось, ну что, не угадал. На какой-то собственной ошибке мы пропускаем первый мяч. Я был в воротах, немножко меня как-то это сбило, что первый удар у них не получается, из отскока человек принимает и из-под игрока попадает точно в девятку. Два паса сделать не можем. Если можем, принять не можем. Человек взято, можно взято. Да, ничего нельзя, вот здесь же касание было. После каждого первого пропущенного мы можем собраться. Все об этом знают, что мы уже удивляли наших зрителей. Проигрывали 2-0, выигрывали 4-3 предыдущую игру.
мы знаем, мы как бы настраиваемся быстро на такое, но после второго пропущенного немножко словили дизмораль. Ехали с очень позитивным настроем сюда. Думали, по нашей программе все пойдет, но... Вообще мы начинали очень-очень давно, у нас схватилась такая банда, это еще на шестой школе, это очень давно, это 90-е годы. Ну не знаю, мы с братом, вот Борис, он всегда желал, чтобы у нас была команда, да и мы вместе желали, чтобы мы играли в одной команде. И как-то интересы у нас совпали, у друзей совпали интересы, то что надо создать свою команду. И команда Форум очень давно уже существует. Ну не в таком составе, в котором сейчас состав очень хороший, а такие дворовые пацаны, которые пришли поиграть и тоже забирали турниры. Как меня пацаны называют, я легенда команды. Где-то правы они. А можем отыграться еще нормально? Ну, я тоже думал. Да ближе с ним! Коля, иди на него, Коля! Если идете, идите до конца, блин. Накрывайте ее. Играйте, что? Напрягайте. Забиваем, промахиваемся. Шура не забивает. Одни и те же ошибки. Мы проигрываем нафиг, и мы пытаемся опять закатить его. Бейте поворотом нафиг. Ни разу не вышли из зоны. Так, лучше в команде, ну что, больше физики, больше настроя, больше какого-то хладнокровия, опытных игроков у нас хватает, тренера можно было бы добавить и тренировок. Тренировки, чтобы у нас появились наконец. Всего остального достаточно. Чуть-чуть не сделали, чувак только что обыграл пятерых. Любого здесь от команды. Вот преимущество серого пятого. Хорош. Вообще что-то чересчур будет. Так у нас нет, что первый тайм вообще нет у меня дома. Пару раз. Влад убегает мяч, а Влад не бежит за ним. А что такое? Ты находишь, чтобы он реально...
Ну что, ребят, сыграли мы сегодняшний матч. Ребята были настроены, если честно, но что-то пошло не так. Если мы бы забили бы первый гол свой в первых моментах, то игра бы пошла совсем по-другому. Не все включились, все включили вот эту дисмораль. Не получалось передачи, не получались удары. Очень мало ударов, что к первому тайму, что ко второму. Немножко расслабленно вышли, так сказать, что мы здесь лидеры, как бы идем сейчас на первом месте турнирной таблицы. Может, это немножко нас подбило. Вратарь тоже поймал кураж у электронного города. У ребят стало получаться. После двух забитых мячей игра пошла все лучше и лучше. Где-то выиграли нас на психологии, где-то на опыте. Молодцы. Не всегда же выигрывать. Я думаю, после сегодняшней пощечины, так сказать, мы соберемся и мы в плей-оффе. Не дадим ни одной команде обыграть себя точно. Впереди у нас еще команда «Торпедо». Команда идет на предпоследнем месте или на последнем, я уже не помню. Но недооценивать команду не стоит, так как сегодня мы оступились. Сейчас каждая команда точит на нас зуб, чтобы нас сбить с турнирной таблицы все ниже и ниже. Но мы будем стараться, будем отыгрывать свои мячи, будем отыгрывать свое поражение, так сказать, и доказывать, что мы готовы забрать этот кубок. Не наш день, вот так я сказал бы, не наш вечер. Ну да, настрой был вообще на победу. А оказалось, что не так все просто. Надо как-то и уметь проигрывать, не надо только выигрывать. Кто не падает, тот не встает, как говорится. Все по факту. Свою не забили, свою получили. Парни хорошо катают, им должны отдать надо. Не будем расстраиваться. Понятное дело, да, тут чуть-чуть расстроились. Но уже нам не по столько лет, чтобы мы сидели на лавках плакали. Мы сделали выводы и сделаем еще больше выводов. Соберемся, обсудим. Короче, подписота. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше больше. Верьте в нас. Мы вас любим.